На самом деле, самому было интересно, как это все получится. Мы настолько разные, но вот за счет того, что мы очень разные, мы просто не можем конфликтовать из-за этого. Мы слишком разные, чтобы конфликтовать. Каждый пел, как он считает нужным, и доверял как бы партнеру по дуэту его партию. Ну, я знаю, что у Тины, конечно же, самый большой процент побед. Надеюсь, что я в этот процент как-то смогу проникнуть. Вот. И на самом деле, когда я думал еще перед слепыми прослушиваниями, значит, я думал, кого выбрать. Вот если вдруг повернутся все, кого выбрать? Потапа или Тину? То есть я не рассматривал другие варианты, если честно. Но Потапу я, собственно, попал, потому что только он повернулся. Вот, но если бы они вдвоем повернулись, все равно бы пошел к Потапу, потому что я знаю, что Тина любит народные песни. Я не знаком, я знаю, как они звучат, но я не пробовал их. Я готов к изменениям. Принимаю любые челленджи.